Слушайте, я вам переведу, что говорит эта полицейская машина. Значит, смотрите, вот рыбарь сейчас приблизил. Полицейская машина. Напротив нашего офиса есть каньон. Да, это большой молл. И вот на этой улице они не разрешают ставить машины. Вот эта полицейская подъехала, и сейчас она объявляет, все, кто припарковался, все, кто здесь паркуется, должны уехать. Иначе я дам всем штрафные тикеты, штрафной билет, да, к нас, штраф. И она, представляете, она не проехалась, собрала со всех. Она заставила всех, громко несколько раз повторила, чтобы все уехали, а иначе она оштрафует. Вот это вот, знаете, вот мне так нравится это в израильской ментальности. Она не стала всем делать назло и дать всем штраф. И собрать много денег, и каждому дать по 1000 шекелей, по 250, сколько там. Она всех аккуратно отгоняет и не делает никому плохо ради того, чтобы им было плохо, чтобы они заплатили. Она хочет, чтобы все уехали, она будет терпеливо всех выгонять с этого места, очистит эту улицу, но штраф никому не даст. Вот этим мне нравится израильская ментальность. Она прекрасно понимает, что всем удобно. Смотрите, где магазины и где эта стоянка. Всем удобно там встать. Никому не хочется ехать на подземный паркинг. Она всех аккуратно разгонит. Все поставят машину там, где нужно. Но она не хочет никому делать зло. Вот мне очень нравится в израильской ментальности. И неважно, какая она. У религиозных, а не у религиозных людей. Есть какое-то такое доброе отношение друг к другу. Это наш еврейский народ такой. Большое спасибо.